Степь была в самом расцвете своей великой животворной силы. Путешествие в глубинку области, в Паласовский район, было предпринято Волгоградским филиалом Всероссийского фонда культуры при содействии администрации Волгограда. А цель поездки заключалась в проведении межрегиональной научно-практической конференции на базе санатория «Ильтон». Озеро Ильтон – настоящее чудо природы и географическая жемчужина Европы. В 1980 году эта территория стала памятником природы, защищаемым государством. С древности кочевым народам было известно об удивительных целебных свойствах озера. И в течение веков слава об этом восторженно распространялась исцелившимися людьми далеко за пределы Великой Степи. Золотое озеро – одна из программ Волгоградского филиала Фонда культуры. И свеча решила как бы высветить деятельность этой общественной организации во время путешествия к Ильтону, в котором, к тому же, приняли участие гости из Москвы. О них немного позднее, а пока слово заместителю председателя Волгоградского фонда культуры Надежде Регвава. Волгоградский филиал Российского фонда культуры существует в Волгограде уже свыше 10 лет. Раньше он назывался Волгоградское отделение Российского фонда культуры, но затем в Москве произошла реорганизация, изменения, и теперь мы называемся Волгоградским филиалом. И когда стали Волгоградским филиалом, стали теснее работать с Москвой. И у нас очень многие программы сейчас идут совместно с Москвой, с Российским фондом культуры. Вообще в Волгограде, в Волгоградском филиале у нас уже свыше 30 различных программ. Некоторые существуют очень давно, можно сказать, со дня основания Волгоградского отделения. Это такие программы, как «Новые имена», то есть выявление и поддержка талантов юных. Это программа, известная по всей России, она идет во многих городах под эгидой Фонда культуры. Очень известная программа в городе «Дни славянской культуры» тоже идет уже 10 лет. Основатель ее был профессор Супрун, который впоследствии стал и председателем Волгоградского отделения, а затем и директором филиала Российского фонда культуры. Очень многие другие программы фонда. Это такие, как «Украинское землячество», «Польское общество», «Общество любителей изящной словесности» под руководством профессора Лопушанской, «Пушкинское общество», «Жаравины», «Лермонтовское общество» доцента Долгенко. Можно много перечислять программ. Но я хочу сказать, что вот сейчас мы как работаем. Все программы вот по истечениям жизни начинают как-то дополнять друг друга, работать вместе. Вот яркий пример – «Дни славянской культуры» или «Пушкинский год», где участвует очень много различных людей из нашей программы. То есть эти программы идут уже по 10 лет. А есть программы, которые начинаются вот только сейчас, жизнь подсказывает. К нам могут прийти любые люди со своей инициативой. И так получилось с Лидией Николаевной Козловцевой. Она пришла, обратилась в фонд с программой «Золотое озеро». «Золотое озеро» – это наша жемчужина Волгоградской области, это озеро Ильтон. И когда она рассказала об его истории, об его культурных, исторических традициях, не говоря уже, что это великолепный бальнеологический курорт, то фонд культуры с удовольствием стал поддерживать эту программу и включил ее в свой состав. Более того, с этой программой мы стали сотрудничать с Российским фондом культуры в Москве. Москва – это все-таки центр страны. Все-таки центр страны, и у них есть выход на другие регионы. Мы знаем, как у нас дело обстоит с другим регионом, со здоровьем людей. И вот надо использовать возможности бальнеологического курорта Ильтона, который вообще в мировых каталогах по всей России, он числится единственный, как такой вот живительный источник, как бальнеологический курорт. Это не Кавминвода, это, конечно, не Здравница Черного моря, а именно как лечебный санаторий, это только санаторий Ильтон. И поэтому мы и хотелось бы помочь людям всей страны узнать
про эту жемчужину, знать про этот санаторий, приезжать оздоравливаться. А почему фонд культуры? Потому что здесь идет тысячелетиями... то есть здесь можно копать тысячелетия пласты культуры, традиций старинных. Здесь большая работа для профессоров, и географов, и биологов. То есть это такая уникальная возможность людям, побывав здесь, узнать историю нашей страны, историю вообще планеты. Потому что вот побывав на Эльтоне, вот нельзя его не полюбить, нельзя не восторгаться им. Потому что когда смотришь вдаль на эти степи, на это озера, то ощущаешь вот источник мироздания. Здесь тысячелетиями как будто не проходила нога человека. И вот себя ощущаешь где-то вот у истоков. Конференция приняла ряд рекомендаций, цель которых – помочь санаторию Эльтон выжить в сложных экономических условиях современности. Для этого надо очень постараться, потому что местные бытовые условия ни в какое сравнение не идут с комфортом известных российских, а тем более мировых курортов. Зато здесь есть главное – гарантия выздоровления. Люди любят свою работу, люди относятся к ней с душой, с большой, и любят людей, и хотят помочь им. Вы видели, как они относятся, вот хотя бы нашу столовую взять, хотя бы взять грязелечебницу. Ведь они получают такое колоссальное удовольствие, я имею в виду больных, вот когда они приходят туда на процедуры, когда они приходят в столовую, когда они приходят в корпуса. Люди отдыхают не только, то есть они получают здоровье не только физическое, но и духовное. Лечебно-оздоровительная местность Эльтон – это совершенно исключительное явление в мире. Формирование ее лечебных природных факторов происходило на протяжении не менее 5000 лет, с тех пор, как схлынуло Хвалынское море с территории Приэльтонья. Но это формирование происходило так медленно, так тонко, что тот слой лечебной грязи, который сложился за 5000 лет, он составляет не более 10 сантиметров. И ропа, содержащая каротин из микроскопической водоросли динолитки соляной, тоже образовывается очень длительно. Это не то, что прошел дождь, и сразу у нас образовалась лечебная какая-то жидкость. Нет, все очень длительно, мучительно. И поэтому и отношение к этим природным лечебным ресурсам должно быть соответствующее. И мне вспомнились слова, как нельзя подходящие вот именно к этому, к этой местности, к лечебно-оздоровительной. Когда-то еще Максимилиан Волошин сказал: «А вслед героям и вождям крадется хищник стаи жадной, чтобы мощь России неоглядной размыкать и продать врагам. Пожрать ее пшеницы, груды, ее бесчестить небеса, сгноить богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. Вот очень страшно и боязно, чтобы так не произошло с нашим Эльтоном, с этой уникальнейшей, совершенной, единственной в своем роде. Я уж не хочу говорить отбитое слово «жемчужины», но явлением мировым, чтобы это не произошло. Закончилась конференция, на мой взгляд, очень важная. Что вы предполагаете в будущем, перспективы того решения, которое принято? Вот по помощи санаторию, по помощи заповеднику Эльтон.
Ну что, у нас-то есть конкретная программа. У нас как группа, которая представляет Российский фонд культуры, возглавляемый Никитой Сергеевичем Михалковым, мы уже давно знаем, что нам нужно делать, но только мы не видели этих прекрасных мест. Мы наполнены впечатлениями, мы увидели условия, в которых будут отдыхать люди. И наша задача, конечно, привлекать внимание руководства разных организаций, и медицинских центров, и бальнеологических корпусов, чтобы здесь отдыхали больные люди и те, кто нуждается в этой помощи. Здесь людям помогают. Почему именно фонд культуры? Ну, я думаю, что сама местность Нижней Волги, само Эльтонье, вот эта область, которая окружает и озеро, и сам Царицын, это место историко-культурное. И это место таких традиций, которые просто требуют того, чтобы сегодня на федеральном уровне, а Российский фонд культуры – это федеральная организация, вмешались люди, которые могут привнести сюда и инвестирование, и, может быть, содействие властных структур. То, чего мы, в принципе, достигли в решениях нашей конференции. На бумаге, да? Пока еще на бумаге, на самом деле. Но, тем не менее, нам кажется, что на человеческом уровне мы достигли тех самых договоренностей, которые помогут и Эльтону, и санаторию не только выжить, но и достичь просто-напросто каких-то реальных результатов уже в этом году. Наша задача вот вложить свои силы, свое время истратить на то, чтобы здесь было лучше. Впечатление самое необыкновенное. Единственное, что здесь нет храма. Мы говорили уже вчера на конференции об этом. Сегодня мы все время говорим, что здесь должна быть церковь, правда? Наверное, просто то, что было разрушено, к сожалению, и не восстанавливалось по определенным причинам, но вот само ощущение того, что это место, как-то называют православной вере, намоленное, то, что здесь присутствует некая аура, которая соединяет желание чаянием очень многих людей, которые приезжали сюда с мольбами о помощи, естественно, о выздоровлении, с мольбами о помощи своим близким. Вот это ощущение не пропадает. И я думаю, что храм станет тем местом, где соединятся эти желания и где молитва, которая будет возноситься многими приезжающими сюда, она просто будет, извините за несколько нехристианских слов, она будет работать. Она будет работать на нас, на всех. Она будет работать на это место. Она будет помогать тем, кто приезжает сюда, будет приезжать сюда после. Она будет помогать очень многим людям, которые будут думать о том, что это место помогает, я уверяю вас, и поможет очень многим. Действительно, это место не просто историко-культурное, это место какого-то духовного единения, единения с природой, единения людей. Мы это ощутили на той же самой конференции. Да, это место объединяет, и надеюсь, что тот храм, который здесь будет, а я уверен, что он будет объединять людей. Когда в 1747 году на озере Эльтон началась добыча соли, то вскоре рядом был построен маленький городок для казаков, привезенных с Украины. И они почти сразу же построили церковь. В этой церкви ходили молиться, а потом отправлялись на охрану соляного пути, который шел от Эльтона до Николаевской слободы и до Покровской. Надо сказать, что из-за этих казаков даже иногда немцы местные называли Покровскую слободу, ныне город Энгельс, «казакштадт». И так церковь, это, конечно, перестраивалась время от времени, но существовала постоянно. Вот, например, у меня книга в руках, называется «Важнейшие селения и города Европейской России». Выпуск 4-й, губерния Нижневолжской области. Издана она в Петербурге Центральным статистическим комитетом России в 1883 году. И здесь вот на 184-й страничке говорится, что Ельтонский городок существует, и в нем церковь. То есть непрерывно она существовала и уже уничтожена была в позднее время. А потом, наверное, тоже для тех отдыхающих, если уж Эльтон будет всероссийской здравницей, то, конечно, тоже нужно будет храм, куда бы они могли пойти помолиться, приехав из самых разных городов нашей необъятной России и, может быть,
будут приезжать православные люди из других зарубежных стран, узнав, что здесь есть храм, что здесь есть такая замечательная лечебница. Так что я полагаю, что, конечно же, хотелось бы, чтобы здесь был восстановлен такой вот православная святыня, православный храм. Сейчас Волгоградскому филиалу стало немного легче жить в плане материальном, потому что и Москва как-то окрепла и стала больше обращать на нас внимание, стала помогать нам материально. У нас появилась возможность поддерживать программу «Новые имена», давать стипендии. У нас появилась возможность поддерживать какие-то другие небольшие начинания. Небольшие деньги, но плюс моральная поддержка, и дело начинает идти, двигаться. Фонд – это люди, и мы богатые нашими активистами, нашими людьми. Сначала приходят руководители программ. Мы их принимаем, начинаем разворачивать программу, а потом оказывается, что в рамках этой программы существует много уникальных людей, которые и двигают эти программы. Вот так мы познакомились с Лопушковым Виктором Андреевичем, который также участвует в программе «Эльтон». Это тоже абсолютно уникальный человек. С этого года Волгоградский филиал Российского фонда культуры решил выделять 3 премии и поощрительные грамоты для тех, кто лучше всего работает в программах. Каждый член президиума может предложить любую кандидатуру тех людей, которые считают, что наиболее сделали весомый вклад в этом году в программы фонда. И вот Лидия Николаевна Козловцева в этом году предложила Лопушкову на стипендию, на поощрение от фонда культуры. Конечно, Золотое озеро – великая национальная ценность. Но настоящим открытием стала для нас встреча с Виктором Андреевичем Лопушковым, егерем села Эльтон. Он рассказал и показал нам многое на Эльтоне интересного. А в моей домашней библиотеке есть теперь книга «Костер в ночи», в которой Виктор Андреевич просто и хорошо рассказывает о природе. Это он умеет рассказывать. Вот полынь, понюхайте, как ароматом пахнет. А сейчас полынь такая, она еще нежная, маленькая, молоденькая, поэтому аромат, ну, как роза. Она мне, тем более, мне она дорога, потому что я сам степной человек, она пахнет степью. Ваша жизнь, да, вот, которая вас окружает? Вот видите, вот летают эти пеганки. Это самая наша степная утка. Уточки, да? Да, они гнездятся у нас в норах, в этих борсущих, в лисьих норах. А это вообще вот где мы стоим? Место как называется? Это сорочья балка называется. Сорочья? Почему сорочья? Потому что здесь вот по кустам здесь сороки гнездятся. Ну и так назвали сорочья балка. Поэтому она... А вы давно егерем работаете в этих местах? Егерем 20 лет. Какая ваша интересная профессия? Родился я здесь, в Эльтоне, вырос в Эльтоне, и этот мой родной край, так что я поэтому и егерем, потому что я люблю свой край. А что есть, что защищать? И от кого, да, сейчас? Да, вот вы видели, сейчас их же нужно защищать, иначе они гнездятся в норах, а есть такие люди, что их выкапывают из нор, похищают, разоряют гнезда. У нас гнездится журавль-красавка. А они гнездятся прямо на земле, вот чтобы они находят их, уничтожают. А это же наши реликвии наши. А их очень осталось очень мало. Это самый красивый журавль в наших местах. Он единственный гнездится в наших местах. Вот скажите, вот так вот удастся сохранить нам для будущих поколений хоть что-то? Да, я думаю, удастся. Виктор Андреевич, а вот эта красота, как называется? Это тамарикс. Это сухоустойчивый тамарикс. А можно веточку накопить? Можно. Я сейчас хорошую. Спасибо, хватит. Вот, пожалуйста. Какой букет. Букет красивый. Нашей степью. Да, такая память, конечно. Я думаю, вообще он отличный. Он сухо, устойчивый.
И поэтому он здесь растет. Его сейчас вот в лесопосадках насаждают, потому что он не вымерзает. И... А реликтовые растения здесь есть, которые еще до исторических времен? Здесь вот я не знаю. Ну, он, все они доисторические, потому что вот сама полынь, он выдерживает и засуху, он выдерживает и мороз, и выдерживает даже натиски вот животных. Ведь дело в том, что ничего же не пахалось. Да, здесь... со времен, да, моря, да, будем говорить, да? Да, да, да. Здесь значит, не пахалось. Это все реликтовые, это все реликтовые места и наши, действительно, как вы сказали, реликвии. Я а вот интересно, вот эти кустики, давайте посмотрим, что это за кустики. Нас они так привлекли как-то... Вот эти? Да, вот эти, вот кустики. Солянка. Давайте посмотрим. А солянку я не знаю, а что, она соленая, что ли? Что она так называется, солянкой? Да, вот это у нас в полпустыне, она самая выдерживает вот засуху, так, засуху устойчивую. Попробуйте. Она, это мне руки пахнут этим. Соленые? Соленые. Соленые, вот солянка. Угу. Ее много видов солянки здесь. Угу. Есть еще ядовитая солянка. Но она здесь вот не растет туда дальше. Ой, нет, красиво, посмотрим, давайте ваши все. Как красиво, а вот цветы какие-то белые, видите, пойдемте туда. А вот есть цветочки. А вот, да, вот-вот цветы. Первобытных людей. Здесь было гончарные цеха. Это было 2000 лет назад и 1000 лет, и даже 200 лет тому назад, и все здесь уже, все же на том месте. А что же здесь глина хорошая? Глины здесь брали в низовьях сюда, к реське, хоре. Здесь серая глина, из ней делали первобытные. Можно выкопать тут отсюда? Там здесь ее много. Можем сейчас выкопать. Давайте. Да. А вот какой-то черепок уже. О, видите? Ага. Вот этому черепку, при моим предположением, что ему 2000 лет. А почему? Что за такие ваши предположения? Потому что вот я не сам это выдумал. Это ученые приезжали, здесь мы черепки собирали. Их много, довольно прям сосуды находили. Половинки, даже почти целые откапывали. И они мне доказали, что вот этому черепку 2000 лет назад. А уже с пробелом. С пробелом уже 1000 лет назад. А здесь есть уже даже обжиг. Красные черепки уже находили. Это уже 200 лет назад. Это уже наше время, цивилизованное время. Это уже... Смотрите, как давно люди живут здесь, в этом крае. Да. Да? Для нас их сохранили, да. Все это. Все эти, да. Рамочки эти. Все эти муравочки. Наши предки, оказывается, не дремали тоже. И речка вот какая, да. Быстрая, между прочим, течет. Да, речка очень красивая, речка. Слушайте, а что там такое? Смотрите, мне кажется, там лошадь лежит далеко. Да, что-то есть. И что, она не может встать, не может, что ли? Это... Слушайте, поедемте туда, а? Может, вдруг она запуталась. Что интересно может быть с лошадью, на ваш взгляд? Ну, возможно, родит. Если возможно. Она родит, а как же она без помощи родит? Сама, самостоятельно они... Это степные лошади? Степные лошади, они без всякой помощи. То есть это дикие лошади, что ли? Нет, не дикие они лошади. Ну, а какие? Они здесь фермерские лошади. Ну, а что же она здесь, как она? Вот, погибнет же ребенок-то или нет? Да не погибнет. Они в зимнее время даже родят и никогда не погибают. Никогда. Нет, что-то другое. Что-то другое у нее. Нет, что-то, у нее нога парализована. Да. Нет, по-моему, с лошадью что-то плохо, что-то не то. Что, как оказать, можно помочь? Какую мы ей помощь можем оказать? Даже ребенок. Да. А это упитанная какая? Ну, кобыль. То есть будет жеребиться, встала? Возможно, жеребиться. Пойдемте, не надо. Возможно, будет жеребиться она. Угу. Родить будет. Она готовится. Да. Точно. Она никак не родит. Да. Так, значит, скоро здесь появится... Вот, по-видимому. Значит, скоро появится в этой степи еще одна новая, да, жизнь маленькая. Да. Вон же ребеночек, посмотрите, вдали. Это уже большой. А вот навстречу смотрит, видимо, самец, да? Призывно. Да, 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 да. Это они специально так далеко она отошла, чтобы родить. Его табун, его табун. Это вожак стоит. Это вожак стоит. Да. Все встревожились. Да, да, давайте тогда отойдем. Видите, она спокойно идет, но она вот она обратно ложится. Ага. Все, ну давайте тогда не будем смущать ее покой. Да.
Каждый человек – вселенная. Так что узнать и понять кого-то до конца невозможно. Да и надо ли этого добиваться? Главное – хранить дом. Есть дорога, есть степь, есть озеро. А это значит, есть все мы. Есть на Востоке древний афоризм. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот я верю, что сейчас как раз пришло время именно собирать камни. Собирать свою культуру, основу, традиции. И все, что есть ценного на нашей земле. На этом наше путешествие не закончилось. Пока мы находились на Эльтоне, над ним, фигурально говоря, сгустились тучи. Уже после возвращения мы узнали, что в нашу областную думу пришло предложение от соседей астраханцев создать ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование с целью захоронения оружия массового поражения и химических отходов. И не где-нибудь, а на территории Эльтонского заповедника – то есть в уникальной природно-курортной зоне. Эколог Лидия Козловцева назвала эту акцию астраханцев экологической диверсией. Общественность Волгограда и властные структуры не позволили ей совершиться. Мне тоже очень радостно об этом сказать. О победе не только экологов, не только общественности, но вообще о победе... Я бы сказала даже о победе мышления нового. О победе, вот именно, о победе мышления. О том, что у людей уже настолько изменилось мышление экологическое, что уже думаем мы не только о сегодняшнем дне, а уже просчитываем будущее, каким образом тот или иной наш шаг отразится и на нашем, и на будущем наших детей. Вот как раз ярчайший пример – это возможность запретить создание закрытого административно-территориального образования Астраханской области на территории Волгоградской области. Все осознают опасность создания все новых и новых каких-то полигонов, свалок для особо опасных веществ, в частности, вот оружие массового поражения или радиоактивные отходы. Это же чудовищные вещи. Представляешь, что озеро, где лечатся люди. Страшнейших отходов и опаснейших быть не может. И вдруг эти отходы хотят захоронить, ну, в самой непосредственной близости, 3 километра от озера Эльтон. Хотели. Хотели. Но не дали ведь не мы. Не дали. Вот спасибо за это общественности нашей, лично вам, Лидия Николаевна. Да, но здесь Фонду успокаиваться культуры. Нельзя. Почему? А потому что в любой момент может опять возникнуть этот вопрос снова. На каком основании? Мы же отказали им. Основание может исходить, допустим, от президентской команды. Это президентская программа? Да, это президентская программа. Да, тут уже, не знаю, руками развести можно. Лидия Николаевна, я могу ведь понять и президента с его программы утилизация вредных отходов. Ведь где-то их надо захоронять, ведь наделали вот этого всего. Но только не здесь. А где? Здесь лучше оздоравливать людей, чем их убивать. Ну, есть... Новая земля. Есть земли, которые совершенно практически не заселены, где нет такой опасности, такой угрозы здоровью нации. Об этом известно. Существует кадастр земель. Нужно разумно к этому подойти, проанализировать и не с плеча рубить.